как рассмотрим подключение вашего смартфона к телевизору посредством USB разъема. Любые современные телевизоры имеют USB разъемы. В начале этапа процедуры одинаковые, потом гораздо проще. Настройка дубликатов не требуется, поскольку они отсутствуют. Пользователь может просматривать только музыку, файлы, картинки. Аналогично подключению к компьютеру. То есть вы берете свой кабель зарядки, так называемый, для синхронизации, и подключаете его в USB разъем вашего телевизора. Выходите на USB хаб в настройках, вот, либо просто открываете папку, предварительно выбрав при подключении на своем смартфоне либо передачу данных, либо мультимедию, вот, мультимедийные файлы. Таким образом вы сможете просматривать видео. Но опять же, если ваш телевизор поддерживает тот формат видео, который вы снимаете, то есть MP4 он будет поддерживать в любом случае, но я имею в виду разрешение там 4K, с которым вы можете столкнуться с несоответствием. Если, допустим, 4K либо 2K снимает камера, а телевизор этого воспроизвести не сможет. Вот. И ужимают в редком случае телевизор, в основном это Smart TV. Такой функции как бы могут воспользоваться. Вот. Поэтому вы подключаете, выбираете в менюшке папку, в которую вам надо, и смотрите все подряд фотографии. Предварительно можно создать папку с фотографиями, которые вы хотели бы показать, для того, чтобы можно было без проблем на нее зайти, без всяких дополнительных функций, просмотров, неловких ситуаций, просматривать фотографии, видео, либо слушать музыку. Создайте свой плейлист и просматривайте, прослушивайте его вместе. Вот. Приятных вам вечеров, просмотров. Ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Всем пока.